В Тамбовском драматическом театре это уже четвертая премьера. Актеры с завидной скоростью и легкостью выпускают одну постановку за другой. На этот раз это жанр романтический анекдот. Уместен ли юмор между мужчиной и женщиной, расскажет спектакль «Искушенная Евой». Но интерес у публики к данному жанру есть. Билеты на премьеру проданы. Спектакль поставлен на малой сцене. В небольшом пространстве художнику и режиссеру удалось показать и морской берег, и реалии городской жизни с ее ритмом, и внутреннюю атмосферу помещений. Декорации обозначены условно. Они позволяют трансформировать пространство в зависимости от событий. Читая пьесу, мы больше понимаем, что он писал о молодом синхронном переводчике, который оказался в невероятных каких-то обстоятельствах. Я поставила про другое, про женщину. Про женщину в мечту, в которую трудно поверить. В спектакле задействованы все члены семьи Надежды Гречанниковой, муж и дочь. Но так как сюжет предполагает любовный треугольник, пришлось вводить еще и актера Андрея Миронова, который гармонично вписался в актерскую династию. Я просто вошел в замысел режиссера. В целом, в общем, полностью согласен с трактовкой. Конечно, как всегда бывает, что хочется, чтобы персонажи раскрывались более детально свои личные. Но в данном контексте, в композиционном решении, здесь все гармонично получается. То есть правильно смещенные акценты в нужную сторону. Спектакль выстроен на маленьких сценках, которые звучат как анекдоты. Пляж, больница, тюрьма и сумасшедший дом. Через это проходит герой в данной постановке. Всему виной Ева. Ее играет Кристина Гречанникова. Именно в роли роковой женщины режиссер увидела свою дочь. Как я вам признаюсь, если вы смотрите на меня с таким видом, ну вы хотя бы улыбнитесь? Я как мама, наверное, позаботилась о том, чтобы у нее произошел вот этот вот скачок, да, от девочек-героинь, которых она неплохо как бы вот создает на сцене, к женщине. Это очень важный аспект. Вообще для актрисы это очень болезненный момент. А я очень вот так вот легко показала, что она может быть и такой. Помимо дочки, в постановке задействован и муж Надежды Гречанниковой. Ему впервые пришлось работать с женой в данных предлагаемых обстоятельствах. Жить в предлагаемых обстоятельствах постоянно приходилось и дома, и на работе. Когда спектакль сдает жена, это очень тяжело. Это я вот просто впервые испытал, так сказать, на своей шкуре. Это тяжело, когда жена режиссер. Действие смотрится динамично. Здесь есть над чем посмеяться и о чем задуматься. Как показывает практика, постановки в легком жанре задерживаются в репертуаре. Возможно, и «Искушенная Евой» будет одним из кассовых спектаклей драмтеатра. Елена Хромова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, «Область новостей». Они убедятся, что вы сумасшедший. А если они в этом убедятся, то все в порядке. Но как долго это будет продолжаться?